Всем привет! Вы находитесь на канале SoberVision. В этом выпуске я расскажу вам, как попал на лед очень интересных муравьев. Вы узнаете, почему у этой колонии родились только матки, что они тащат в гнездо днем и что вытаскивают из гнезда вечером, а также увидите, кто захватывает власть около муравейника после заката солнца. Да, ребятушки, вам не показалось. На моем канале появился новый ролик. Это не значит, что я окончательно вышел из зимовки. Просто так сложились звезды, появилось немного времени, и я удачно проходил мимо колонии бегунков. Пока что у меня дома живет только колония жнецов. Можно сказать, что матка сама запрыгнула мне в руки и сказала «бери». Она у меня появилась в этом году и уже обзавелась первыми рабочими. Вообще у меня много проектов в голове, канал я не собираюсь забрасывать, просто сейчас еще не пришло время, и моя зимовка продолжается. А как часто мы смотрим под ноги, когда ходим по улице? Я стал делать это намного чаще после появления у меня первых колоний муравьев. И сейчас я тоже продолжаю это делать. Можно увидеть много интересного, и не только на земле. Так один раз я проходил мимо одной семьи бегунков – нодусов. Они в привычной манере бегали возле своей большой песочной кучи. Но обычно я наблюдал совсем немного рабочих, а сегодня тут прям целая свора. Я пригляделся повнимательнее. Да у них же крылья! Хотя размеры этих особей и ничуть не отличались от рабочих, и может быть даже были меньше. К этим непонятным муравьям периодически подбегали рабочие и с помощью своих антенн обменивались информацией. А эти крылатые периодически выясняли отношения между собой. Также они пригибались от мимолетного ветра, да и просто ждали чего-то. Вот только чего? Это было совсем непонятно. Я решил внимательно осмотреть два самых больших входа в гнездо. Они не единственные, просто другие совсем маленькие, и не всегда можно их найти сразу. Как обычно, на входе дежурили вышибалы и проводили фейс-контроль всем, кто пытался войти в муравьиный дом. И посмотрите, кого я там увидел. Как и на земле, там периодически выползали и залезали маленькие крылатые рабочие. Но ведь у рабочих по-любому не должно быть крыльев. На маток они тоже были не похожи, и у них совсем маленький торакс. Торакс – это такой грудной отдел у муравьев, который у королевы значительно больше. Я стал вспоминать, как выглядят самцы у бегунков, и понял, что никогда не видел у этих муравьев представителей сильного пола. Хотя и помнил, что раньше у всех моих колоний самцы выглядели как-то по-особенному и кардинально отличались от остальных. Может быть, это и есть самцы? Странно. Пока я думал над этим вопросом, посмотрел, чем же питается эта колония. Ох уж эти бегунки, что они только не тащили к себе в гнездо. В основном это, конечно, насекомые, самых разных размеров и форм. Некоторые были такие здоровенные, что рабочие не могли с ними забраться по крутой горке, которую предстояло преодолеть. Ведь входы в гнездо находились практически на самом верху. Этот работяга вообще нашел какую-то огромную куколку и отчаянно пытается затащить ее к себе в дом.
Я также решил немного подкормить их и положил рядом со входом жука, которого я нашел неподалеку. Он был уже мертвым. Его тут же обнаружили и стали пытаться занести в дом. Делать это, конечно, лучше вдвоем, а еще лучше втроем. На все это зрелище прилетали посмотреть и другие насекомые, которые также занимались тут каким-то своим делом. Ну все, началась куча мала. Один рабочий даже притащил какую-то огромную соломину в гнездо. Зачем она ему там, не совсем понятно. Возможно, для укрепления самого гнезда. Вообще трудно понять, как они умудрились в этой рассыпчатой горке песка построить свои ходы. Также я увидел, как выносили погибшего муравья. Как обычно, трупы собратьев и другой мусор они тащат подальше от муравейника. И тут я обнаружил настоящую матку. Крупная, крылатая и с большим тораксом. Она находилась недалеко от входа и не спеша бежала на сходку с самцами. Смотрите, какая она красивая у бегунков. Также я потом увидел еще несколько королев, уже подальше от самого гнезда. Они тоже чего-то ждали и красовались на легком ветру в этот знойный солнечный день. Так если матку я увидел, так кто же эти маленькие крылатые рабочие, которые дежурили внизу? Так, ага, я подумал, что это самцы. Ну, конечно же, вот оно что. Или нет? Уже потом, пообщавшись со своими коллегами, я понял, что это не самцы. Вот фотография мужика, который появился в домашнем формикарии. Тут даже дело не в цвете, он потом окрасится и будет темнее, просто на этой фотографии он совсем недавно родился. Обратите внимание на его брюшко. Оно имеет немножко притупленный вид, а у маток оно более острое. И знаете, что мы поняли? Эти крылатые рабочие также являются матками, просто немного какие-то они недоразвитые. Может, коронавирус на них так повлиял? Может, нехватка питания или какая-нибудь другая мутация. Короче, это тоже матки, но это мини-матки. А где же у этой семьи самцы? А самцов у нее нет. У бегунков нодус не бывает в колонии сразу и матки, и самцы. Они создают кого-то одного. Или королев, или королей. То есть какая-нибудь другая колония будет штамповать только самцов, которые прилетят к этим девчонкам и устроят веселые бега.
Ведь спаривание у бегунков происходит не в полете, как у большинства муравьев, а на земле. Уже после этого оплодотворенные матки разлетаются и разбегаются в поисках нового укрытия, в котором они и обосновывают свою новую колонию. К сожалению, самцов из другой семьи я тут не видел. Кстати, во время того, как я снимал муравьев, одна из маток и рабочие залезли на мой кроссовок и стали его исследовать. Все поменялось, когда солнце начало садиться. Муравьи устремились обратно в свой дом. Тех маток, которые не успели встретиться с самцами и улететь или убежать подальше от гнезда, поймали рабочие и затащили их обратно в муравейник. Теперь они попытают свои силы уже завтра, когда солнце будет в зените и все вокруг будет изнывать от жары. Лед у бегунков проходит около 2 недель. А пока рабочие приступили к наведению порядка в гнезде. Они безустанно таскали песок, который осыпался в ходах за прошедший день. Данный песок они выкидывали прямо на входе, что привело к формированию рыхлого покатого ската прямо у муравейника. Ну а сейчас на арене появляются ночные хищники. Они берут власть на этой песочной горке в свои руки. Теперь настало их время. Ребятушки, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм. Не забывайте ставить лайки и дизлайки. Всем пока!